Дорогие друзья, на нашем празднике президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Итак, дорогие друзья, первый вид программы. Биатлонная эстафетная гонка. 4 по 2 километра среди команд высших органов власти. Дорогие болельщики, вы готовитесь, готовитесь! Спокойно выходи, спокойно! Итак, друзья, внимание! Три лучшие команды Витебского, Брестского, область полковников и команда Национального собрания Республики Беларусь в интервале 9,8 секунды. Людмила Калинчик. Долгое время Людмила Георгиевна с успехом защищала цвета национальной сборной Республики Беларусь. Есть там и подиум, и медальные заметные достижения. Людмила вывела свою команду на второе место. 55 секунд проигрыш лидеру команды Минского областного исполнительного комитета. У команды президента Республики Беларусь 20 из 20. Идеально точная стрельба у команды главы нашего государства. Ну и сейчас Людмила Калинчик передает эстафету Николаю Лукашенко. 31,6 секунды разделяют эти две команды. Ну и посмотрите, друзья, мы видим, что Николай Лукашенко уже выводит свою команду на первое место. Обошел он на дистанции Николая Орлова. Но вы посмотрите, 30 из 30. Супер статистика стрельбы команды, у которой первый номер на бипе. Ну а мы видим Николай Лукашенко на всех парах. Передает разбор эстафету Александру Григорьевичу. Дорогие друзья, болельщики, взгляните на табло. Уверен, вы не могли не оживиться. Но нам, естественно, надо переходить на огневой рубеж. Скорость из 40. Такой 100% идеальный результат стрелковой составляющей этой гонки у команды президента Республики Беларусь. Итак, друзья, сверхуверенное лидерство команды президента Республики Беларусь. Пока лишь этот квартет закончил стрелковую составляющую. Итак, друзья, давайте, давайте, больше эмоций. Республики Беларусь. Светлана Коношенко, Людмила Калинчик, Николай Лукашенко, Александр Лукашенко. Ну, друзья, напоминал, по-моему, один, максимум два раза. Еще раз, по собственному, высшей степени благородному решению, команда президента Республики Беларусь решила выступать вне конкурса. Эта команда неизменная победительница подобных стартов. Ну и вот мотивация тут понятна. Дать дополнительные, естественно, огромные шансы остальным командам. Можно сфотографироваться, Александр Григорьевич? Спасибо. Церемонию награждения проводит президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Команда победитель!